Всем большой привет! Меня зовут Наталья, и я рада видеть вас на своем канале. Последнее время Фикс Прайс нас радует огромным количеством новинок, и я сегодня приехала в магазин показать вам самое интересное. Поэтому смотрите это видео до конца, обязательно найдете для себя что-нибудь полезное. Магазин находится по адресу город Димитровград, улица Гагарина. Я желаю всем приятного просмотра. И посмотрите, что я здесь увидела в первую очередь. Вот такие декоративные фигурки. Возможно, кто-то сейчас скажет, что это безделушка, но это очень красиво. Мое мнение, что такие утонченные изящные статуэтки могут стать украшением любого интерьера. Кстати, напишите в комментариях, вы покупаете такие фигурки или считаете это бесполезной тратой денег? В наличии большой ассортимент, и я детально рассматривала каждую. Все, конечно, очень хороши. Сделаны они из полирезины, производитель Китай, цена 149 рублей. А это фигурки ангелочков с музыкальными инструментами. Такие ангелочки создают уют и атмосферу праздникам. Сделаны тоже из полирезины, и цена 149 рублей. Но хочу вам сказать, если будете покупать такую фигурку, внимательно просматривайте каждую. Я нашла такие фигурки со сколами. Видимо, при транспортировке побились или уже в магазине кто-то, возможно, неосторожно стукнул. А вот таких оленей я вам уже показывала в обзоре в прошлом. В этом магазине они тоже представлены в ассортименте. И тоже нашла фигурку с браком, поэтому смотрите внимательно при покупке. Цена 199 рублей. Прозрачная косметичка с ручкой на молнии. Мы все, конечно, пользуемся косметичками, и это просто отлично подойдет для хранения различных вещей. Полупрозрачный дизайн позволяет легко найти то, что нужно. В наличии несколько цветов. Цена 249 рублей такой косметички. Кстати, очень хорошая идея оформить такую косметичку новогодний подарок. Берите на заметку. И вот такие косметички уже поменьше. Она станет хорошим решением для хранения небольших каких-то личных вещей. Благодаря своему компактному размеру ее можно легко поместить в сумку или взять, допустим, на прогулку или в дорогу. Верх косметички из хлопка, напоминает по структуре холщовую ткань, подклад полиэстер, цена 149 рублей. А это новые детские сумочки для маленьких модниц с сердечком и ушками. Тоже показывала вам в прошлом обзоре, в этом магазине больше цветов. Всего три – серый, персиковый и розовый. Цена 299 рублей таких сумочек. А это новые кружевные корзинки с ручками. В двух цветах представлены. Все мы знаем, что в таких корзинках очень удобно хранить любые хозяйственные мелочи. Поэтому в каждом доме мы, конечно же, находим им применение. Цена 99 рублей. А вот уже прямоугольные контейнеры для хранения, и уже они идут с крышкой. Мы все знаем, что использование таких контейнеров для хранения – это самый лучший способ поддержания порядка в доме, особенно когда он с крышкой. Цена 149 рублей. Ведро с ручкой объем 10 литров. Выполнено из прочного пластика. Цена 149 рублей. В светофоре такие ведра 56 рублей. Показывала их в последнем обзоре. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Показываю там тоже очень много интересного и полезного. Очень большой ассортимент форм для запекания. Не буду сейчас останавливаться на каждой в отдельности, покажу общим планом. Формы, конечно же, удобны для приготовления любых блюд. Как запеканки, бисквиты, паштеты, рулеты, все что угодно можно приготовить в такой форме. Такие формы равномерно нагреваются, и это, конечно, позволяет нам значительно быстрее приготовить любое блюдо. В них можно выпекать, разогревать и, кстати, замораживать продукты. А здесь, посмотрите, новый поднос появился. Размер 32 на 21. Я считаю, что это очень функциональная вещь. Можно использовать в качестве подставки для свечей, например, складывать украшения какие-то, использовать в ванной для хранения косметических разных средств. Ну и, конечно же, подать чашку ароматного кофе или чая. Цена 299 рублей. Новые кружки. Кружка 310 мл, сделана из фаянса.
хороший выбор цветов и приятная очень цена – 55 рублей. Кстати, на Валберес есть очень похожие кружки, и ценник там 329 рублей, причем это еще со скидкой. Поэтому 55 рублей, конечно же, просто отличный ценник. Прежде чем я продолжу, хочу вам напомнить, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о всех новинках, быть в курсе цен и, конечно же, акций. И давайте продолжим. Покажу вам вот еще такую кружку. Объем 310 мл, большой выбор цветов. Сделаны эти кружки уже из керамики. На мой взгляд, тоже очень достойный вариант. И мы хороший ценник видим с вами, 59 рублей. Так, давайте сразу пройдемся здесь по полкам с посудой, покажу вам обзор, на какие есть тарелки. На самом деле, на любой вкус и цвет. И глубокие, и плоские, разный диаметр, всевозможный дизайн. Показываю вам сразу тарелку и ценник. Поэтому можете остановить видео на том, что вам понравилось, и рассмотреть более детально. А это привезли формы для канапе. С помощью таких форм, конечно же, можно легко и быстро, а главное красиво сделать мини-бутерброды. Есть в форме цветочка, сердечка, треугольника, очень много всевозможных форм. Цена 20 рублей. И тоже приведу вам сразу сравнение. На Валберес продается набор из 5 штук таких форм. Цена набора 397 рублей. То есть одна форма у нас стоит на Валберес 80 рублей. Блокноты антистрессы. Конечно же, такой блокнот – отличный подарок как для себя, так и для друзей. Крепление на спирали. 80 листов в клетку. Кстати, без полей. Размер 16 на 11. Товар представлен в хорошем ассортименте. Цена 199 рублей. А это набор цветных гелевых ручек. Очень хорошее приобретение для вашего ребенка. Пригодится как в учебе, так и в хобби. В упаковке идет 30 ярких ручек, 12 с блестящим эффектом, 10 неоновых и 8 с эффектом металлик. Цена набора 249 рублей. Набор магнитных закладок отличается не только цветом, но и тематикой. В наборе всего 8 закладок. Я попробовала такую закладку. Магнит слабоватый, но со своей функцией, я думаю, должен справиться. Цена 79 рублей. Игровой набор «Растущие животные». Набор состоит из 12 маленьких капсулок. Надо опустить такую капсулу в горячую воду. После этого оболочка начнет капсулы растворяться, и примерно в течение 15 минут вырастет животное. Цена набора такого 79 рублей. А это набор «Магнитный поезд». В набор входит локомотив, 4 вагончика. Эти вагончики скрепляются с помощью магнитов. Игрушка со звуком звучит именно как настоящий поезд. Работает от 2 батареек, которые в комплект, кстати, не входят. Цена 299 рублей. И вот такой набор стикеров вам покажу. Эти стикеры для ванной. Они превратят купание малыша, конечно же, в увлекательное занятие. Для того, чтобы прикрепить стикер на стену ванной, нужно предварительно намочить его водой. Стикеры все яркие и красочные. И, конечно же, оставят яркие эмоции у ребенка. Цена набора 149 рублей. Если вам понравился сегодня обзор, то поддержите меня лайком и любым комментарием. Вам не сложно, а для меня это очень важно. Также, если у вас есть замечания и пожелания, буду рада, если вы об этом напишете. Мы стараемся сделать канал для вас максимально интересным и, конечно же, полезным. Поэтому всегда прислушиваемся именно к вам. А я желаю вам всем хорошего настроения и, конечно же, отличных покупок. И до новых встреч!